Рассказывай, что тут у вас произошло? Да я у себя сидел. Тут официантка в истерике забегает, ничего не понятно. За ней выхожу, пацан этот валяется. Она говорит, что рапира с ним цепанулся, она знает его. Ну, парняга-то живой. Да хрен его знает. В больничку увезли его. Тут в другом проблема, племянник Оскара это. Попали в косяк на ровном месте. Ты понимаешь, что теперь с нами будет? Да ты достал уже одно и то же повторять. Что сделано, то сделано. Ты что, понять не можешь? А если он там умер, что с нами будет? Найди мне этих щеглов, приведи. Не гаси их, я сам с ними побазарю. Мне кажется, мы все-таки сделали какой-то неверный шаг. Оскара вообще из моих пацанов никто не знает. Занимайтесь своими делами. Каждый в этой жизни найдет свое. Да, плохие дела. Походу они сами хотят их найти. Лена узнает, что теперь можно от них ожидать. Ну ты что, ты сейчас во мне сомневаешься, да, типа, или что?